вот что меня привлекло в этом облаке. Вот облако, и в нем как бы в середине такая буква J. Вот я увеличу, перевернутая. То есть получается буква J в верхней грани. Вот. Интересное такое образование. Даже похоже еще на медузу, да? Да, есть. Сейчас просто на форму поменялось. А было на Джей букву похоже, а сейчас на глазах форму меняют. Очень интересное явление, я снимаю. Думаю, что говорится. А вот опа! А вот над ним, над этим облаком, еще одно облако. Посмотрите, вот так вы не увидите, посмотрите сюда. Смотрите, видите? Вот смотрите. Да, вижу. А вижу. Вот над ним, видите? Вот над ним. Да, вижу. Видите, какая форма? Вообще. Интересно, да? Очень интересно. А может, это даже не естественное облако? Может быть, что-то напоминает, может быть, НЛО. Как? А под ним какое облако? Как низко оно лежит? Это вообще такое редко видел в наших краях. А вот, а еще в облаке, смотрите. Вот, смотрите сюда, камеру, видите? Вот эту штучку? Да, да. Очень интересно. Это необычно. Необычно. На глазах поменяла форму. Я это все увеличенно смотрю. Все, уже нету. Они увидели, что мы их заметили. Вы поняли? Уже нет этой формы. Нет. Он затянулся. Уникально вообще. Опа. А теперь смотрите вот сюда. Видите между ними просвет тоже такое, тоже необычное. Да. И вот, а вот здесь смотрите такое очертание. Очень интересно. Я, между прочим, это первый раз заметил такое облако необычное. Да.